высказываете свое мнение, участвуете в дискуссии в программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Неполиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены извне. Если мы дрогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 АМ. Будь в центре событий. Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать в неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина. Я ведущий этого ток-шоу Анатолий Червец. Ну и участвующие это все вы, которые наберете наш номер телефона 847-400-5200. Мы с удовольствием пообщаемся друг с другом. И нас можно увидеть и услышать, во-первых, на нашем веб-страничке radionvc.com, на нашем YouTube-канале Radio NVC и также на нашей Facebook-страничке Radio NVC. И сейчас, перед тем, как мы начнем это шоу, я бы хотел сделать пару очень-очень-очень важных объявлений. Во-первых, объявление номер один. Я знаю, что все те, которые ждут встречи с Яковом Стрельчиным, к сожалению, сегодня эта встреча не состоится. Яков будет с нами на следующей неделе. На этой неделе у него, к сожалению, немножко поменялись планы. И поэтому прошу все ваши вопросы по спорту придержите до следующей недели. Это раз. Второе объявление – это, опять же, очень важное объявление о том, что завтра во время народной трибуны к нам присоединится очень известный, очень популярный блогер Павел Дальнобой. Это человек, который, у него очень интересные всегда видеоблоги, у него очень интересные темы, у него очень интересные взгляды на политику и так далее, поэтому мы с огромным удовольствием объявляем о том, что завтра он присоединится к нашей встрече с Сергеем, ну и со мной, конечно. Так что обязательно включайте ваши радиоприемники. Вообще они у вас должны быть включены, в принципе, постоянно, потому что у нас просто не прекращается поток очень интересной, очень полезной, очень важной информации. Но завтра во время народной трибуны с нами будет Павел Дальнобой. И последнее объявление – это то, что, ну, так как сегодня Яков Стрельчин не смог выйти в эфир, мне предоставилась такая возможность провести с вами следующие полтора часа, и мы будем говорить, конечно же, о политике Соединенных Штатов, о том, что сегодня происходит у нас в стране, и также я проведу еще одно ток-шоу сегодня в 5:30 вечера, у нас будет час поговорить с 5:30 до 6:30. Ну, вот, в принципе, все такие организационные вопросы вроде бы решены, и сейчас мы можем спокойно начать наше неполиткорректное ток-шоу. Тем просто миллион, но вы знаете уже прекрасно, что я человек такой, в принципе, гибкий, в том смысле, что если у вас есть какие-то вопросы, даже не по той теме, которую я предложил, мы с удовольствием обсудим ваш вопрос, с удовольствием обсудим ваше мнение, так как это шоу не монолог, а это именно, я надеюсь, на интересный диалог, на интересное общение с вами. Итак, давайте я так обозначу темы, а то, что мы успеем, мы обсудим вот в эти полтора часа. То, что мы не успеем, мы обязательно перенесем на нашу
на наше ток-шоу в 5:30. Ну, постараемся осветить все темы. Итак, сегодня несколько ситуаций, несколько тем, которые я бы хотел обсудить. Одна из них — это, конечно же, встреча нашего генерального прокурора, вернее, не встреча, а слушание нашего генерального прокурора в Конгрессе. И, конечно же, это будет касаться его так называемого резюме, рапорта, который подал Роберт Мюллер. Ну и там еще решались кое-какие вопросы юридические. Также сегодня Дональд Трамп дал интереснейшую пресс-конференцию нашим средствам массовой информации. Это вторая тема. Третья тема — это, конечно же, то, что губернатор штата Калифорния Гевин Ньюсом вдруг решил прокатиться за государственные деньги по странам треугольника, то есть Гватемала, Эль-Сальвадор и Гондурас. Скажу вам честно, не с самыми лучшими намерениями по отношению к администрации Трампа, но тем не менее. Вот такого типа темы, которую мы сегодня обсудим. Если что-то произойдет в течение вот нашего общения, я имею в виду, какие-то еще новости произойдут, мы обязательно с удовольствием и эти новости обсудим. Ну, а пока давайте начнем тогда по порядку с слушаний в Конгрессе, куда пригласили нашего нового генерального прокурора. И это были, честно сказать, опять же, это еще одно так называемое по-английски dog and pony show. Или я к этому отношусь так: цирк уехал, клоуны остались. Значит, сидит интересная свора, скажем так, людей, которые прекрасно понимают то, что они требуют от генерального прокурора, это противозаконно, но тем не менее, как говорится в одном кино, стучи кулаком по столу и требуй. Требуют они, опять же, конечно же, полностью представления рапорта Мюллера в нередактированном виде. То есть они хотят увидеть все. Причем, кроме того, что они хотят увидеть этот рапорт, они еще хотят увидеть около 2 миллионов страниц информации, которая была получена вследствие расследования Маллера. Ну, так, подвести черту под этим, перед тем, как мы начнем это обсуждать, конечно же, они не имеют абсолютно никакой юридической основы, на которые они опираются для получения этой информации. Они все прекрасно знают, причем, например, такой человек, как его зовут, уже забыл, Гендлер. То есть этот человек, он прекрасно понимает, что то, что он требует, это невозможно. Он был одним из тех, которые этому противились еще во время расследования Билла Клинтона и его лжи по отношению к Конгрессу под присягой. И вот в тот момент, когда независимый прокурор Кен Старр собрал и, так, как говорится, сделал свой рапорт, этот рапорт был не очень лицеприятен по отношению к Биллу Клинтону, и тогда еще демократы на всех углах кричали о том, что закон нужно менять, и не должны те рапорты, которые производятся либо независимым прокурором, либо специальным прокурором. Кстати, Кен Старр был независимым прокурором,
Боб Маллер — это был специальный прокурор. Так вот, не должны эти протоколы, не должны эти рапорта быть опубликованы без редакции таковых. И, ну, вы понимаете прекрасно, что, знаете, демократы, так интересно, вот я прослеживаю эту нить, где демократы, как говорится, сами себе стреляют в ногу своими вот этими необдуманными требованиями, которые, по идее, должны служить их интересам вот сиюминутно. Они не думают о том, что будет потом. Мы это прослеживаем в действиях Рида, который в свое время, демократа Рида, который в свое время поменял слушание в Сенате. Раньше нужно было получить 60 голосов, допустим, для того, чтобы утвердить какого-либо человека на определенную должность. Генри Рид, он на тот момент понимал, что он не сможет этого добиться, и он предложил поменять условия, и вместо того, чтобы получить 60 голосов за какую-либо кандидатуру, он предложил так называемый simple majority, или элементарное большинство. То есть один голос может решить вопрос всей дилеммы. И быстренько все подняли руки, протащили этот закон. Теперь демократы расплачиваются очень и очень серьезно за свою такую, ну, будем говорить, идиотскую поправку. Почему? Потому что благодаря вот этой поправке Трамп смог протащить и Джастис Нил Горсач, и Джастис Брэд Кевано, и допустим, нашего Билл Барр, нашего генерального прокурора, ну и так далее. То есть, вот, видите, как обернулось это дело к демократам, теперь они кричат и воют на Луну от того, что они сами же придумали такую ситуацию. Теперь то же самое происходит с вот этим рапортом Боба Маллера и с нашим новым генеральным прокурором Билл Барр. Что происходит? Опять же, все кричали в 99-м году, все кричали, мы должны принять новый закон о том, что вот это оглашение протокола, не отредактированного, не должно происходить. И за это проголосовали демократы в своем большинстве, приняли этот закон, теперь они кричат, что нет, мы должны получить все в неотредактированном виде, где Билл Барр абсолютно спокойно им сказал: ребята, вы получите от меня протокол в отредактированном виде в районе 15-16 апреля, а дальше, когда вы увидите этот репорт отредактированным, пожалуйста, вы сможете вызвать меня в Конгресс и задать мне вопросы, которые вас интересуют, которые были отредактированы. То, что я смогу, ту информацию, которую я смогу вам преподнести, я ее преподнесу, а остальное останется отредактированным. Ну, конечно же, вопли, крики, такое не должно быть, мы имеем право, мы такие крутые, мы такие навороченные. Ну, закон есть закон, поэтому крутизна их не имеет никакого отношения на сегодняшний день пока, особенно с таким генеральным прокурором, как Билл Барр. И я вам скажу честно, вот я в то время, когда его выбрали генеральным прокурором, я немножко имел, ну, свои подозрения. Почему? Вернее, не подозрения, а я боялся того, что это будет еще один Джефф Сэшенс, который будет отсиживаться следующие 2 года. То есть мне казалось, что его привели именно для того, чтобы он как бы
притупил, приглушил вот эту ситуацию с демократами в Конгрессе и так далее. Но теперь я вижу, что это человек, который пока что делает свою работу, причем делает ее очень честно, порядочно, не ведясь ни на какие уловки демократов. И это сегодня я увидел этому подтверждение вот в том, как он себя держался. Хочу вам напомнить, Билл Барр — это человек, который уже дважды в истории нашей страны, ну, в недалекой истории, он дважды служил генеральным прокурором, то есть он не новичок, он не боится, то есть видно, что он не боится этих вопросов, он себя держит очень уверенно, очень спокойно, отвечает на вопросы так, как это и должно быть, что приводит в бешенство всех демократов, вплоть до того, что одна из представителей демократической партии от штата Нью-Йорк, госпожа Лауи, она уже дошла до того, то есть просто, знаете, вот такая, ну, тихое помешательство, тихая истерика. То есть она, конечно же, должна была себя держать в руках, но видно было, насколько ее это аж трусит, когда она давала оценку действиям этого очень уважаемого человека, Уильяма Барра. Она ему сказала, что то, что вы сделали вот с вашим письмом, во-первых, это вызывает очень много подозрений, во-вторых, это вызывает очень много недоверия, в-третьих, вы нас обманываете. Ну, в общем, короче, понесла. Ну, до смешного. Знаете, есть ситуации, где даже политики должны немножко как-то себя держать в руках и оставаться все-таки в рамках какого-то приличия, особенно когда вы выступаете на публичных слушаниях. Если бы это было за закрытыми дверьми, ну, допустим, ладно, там они делают, что они хотят, но это было сделано публично, это показали все, я так понимаю, телеканалы, которые транслировали эту встречу, и выглядело это, во-первых, смешно, во-вторых, немножко грустно. Почему? Потому что наши политики вот настолько в истерике, не могут себя сдержать. Значит, ну, ситуация, почему их еще это так бесит, я имею в виду демократов, их это бесит потому, что они знают, что сам репорт Маллера состоит из 400 страниц. И тот факт, что Уильям Барр через 48 часов после выхода этого, вернее, после получения этого репорта, вышел со своим так называемым резюме-письмом, которое суммировало то, о чем было написано в репорте, их это взбесило. Хотя их почему-то совсем не бесил тот факт, когда Коми, на тот момент директор ФБР, Джеймс Коми, начал расследование Хиллари Клинтон, и когда он вышел и сказал, что нам нужно перелопатить более сотни тысяч полученных нами имейлов Хиллари Клинтон для того, чтобы провести четкое и правильное расследование, и у нас это займет немало времени, поэтому, мол, будьте терпеливы, и тут же через два дня он вышел на пресс-конференцию и сказал, что мы ничего не нашли. На что республиканцы, конечно же, ну просто, опять же, взбесились, сказали, как это так, у вас там, вы перелопатили за два дня, вы хотите сказать, что вы перелопатили сотни тысяч имейлов? На что Коми сказал, да, мы перелопатили сотни тысяч имейлов и ничего не нашли. Ну, почему-то тогда демократов, а ответ демократов был такой, ну, не нашли и не нашли, все, забыли, понимаете? То есть, вот вам, пожалуйста, разница между, как говорится, победителями и проигравшими. И я вам скажу честно, я не, несмотря на то, что я все-таки считаю себя республиканцем и так далее, но я также человек честный, и есть вещи, где
ну, нужно называть вещи своими именами. Вот, поэтому в каждой ситуации, конечно же, каждый себя ведет так, как выгодно ему и его партии, но, тем не менее, сегодня был задан вопрос нашему генеральному прокурору, как вы могли в течение двух дней перелопатить 400 страниц информации, на что Билл Барр очень толково, я считаю, очень логично ответил, сказал, что послушайте, у меня были разговоры с Робертом Мюллером до того, что он мне дал репорт. Мы, в принципе, мы, я имею в виду, это Министерство юстиции, мы знали о том, что будет в этом репорте, мы знали о том, прошу прощения, какие заключения делает Боб Мюллер, поэтому это не должно вас удивлять, потому что мы, в принципе, знали и понимали, что с этим совсем, куда это все идет. Ну, в общем, вот такая ситуация была с на слушаниях. Мы сейчас уйдем на небольшую рекламную паузу, и я обязательно после того, как мы это все прослушаем, я вам расскажу, что, о чем еще говорились на этих слушаниях. Ну, а пока рекламная пауза.